Всем привет! Темой нашего видео сегодня будет не трактор, не мотоблок, а немножко другая покупка. В общем, немножко мы пропали с экранов. Целую неделю мы провозились с этой покупкой, так сказать. Вот. Немножко я там не отвечал на некоторые видео, на некоторые комментарии. Конечно, извините меня, простите. Наверстаем. Вот. В общем, решили мы прикупить себе другую машину. В общем, вот такого плана. Скажу сразу, для чего мы ее купили. В общем, зимой иногда проблематично выехать из дома, добраться до работы, так не всегда дороги почищены вовремя, порой даже бывает и по полдня, и по дню не чищены. Ну, в общем, чтобы можно было выбраться из дома, доехать до работы или, допустим, куда-то нам надо в тот же район доехать. Ну и приняли решение взять такую машину. По своим характеристикам более-менее такая проходимая машина. Не стали брать УАЗа. Во-первых, дороговато, да, и по бензину расход больше. Поэтому взяли такую. Старенькую, правда, 20 лет машине. Вполне еще, так сказать, боевая. Как видите. Вот в таком виде она. Поэтому я говорю, что неделю мы с ней пролазили, то были там проблемы с электричеством. Вот, все это устраняли. Ну, в общем, по мелочам. То там, то там. Ну, в общем, довели вот до такого вот состояния немножко. Я говорю, что проводкой там удалили. Во-первых, удалили этот. Сигнализацию глючила. Приняли решение удалить. Да, она здесь, в принципе, нам и не нужна. Плюс там под капотом кое-какие дела. Ну, в общем, по мелочи. Поэтому вот так мы провели эту неделю. Так что я еще раз повторяю. Простите, что не всегда отвечал на ваши комментарии. Не всегда смотрел ваши видео. Хотя, я говорю, стараемся теперь наверстать. Вот так вот. Вот так, такие наши дела. Ну а на этом всем пока. До новых встреч. Встретимся в следующем видео.